Так, всем привет! Сегодня у нас будет, в принципе, по расписанию вторая часть снайпера. В принципе, это второй стрим. Ой, в предыдущем стриме я не помню, где мы там закончили, потому что играл довольно-таки что-то там недельку назад. Поэтому сейчас посмотрим, куда мы там дошли, с чего мы будем продолжать. Ну, я планирую, может, сегодня и добью часика за три эту игру. Ну, лично мне что-то кажется, что я ее добью. Посмотрим. В принципе, почему формат идет в записи? Потому что получается вчера, как бы все знают, ну как, думаю, те, кто интересовался, те знают, вчера проходил бой Усика с Гасиевым, и получается я ж такой, оп, давай смотреть. Я знаю, что у вас зуб на Андерсона, генерал. Смотрю, а потом такой думаю, типа, а почему бы вместе это все не смотреть? В итоге запускаю трансляцию на YouTube. Вроде все нормально, с ребятами начали смотреть, что-то там как-то общаться. Держать кулаки, скажем так, за Усика. И мне приходит уведомление на почту от Гугла. Трансляцию не заблокировали. Что типа, видите ли, я нарушил авторские права. И как-то, короче, вот так. Не знаю, чьи я там права нарушил, там это все не было указано. Но сам тот факт, короче, мой аккаунт заблокировали в плане трансляций на 90 дней. Так что вот такое вот вознаграждение я получил. Абсолютно непонятно за что, могли хотя бы предупредить, я бы такой, ну окей, тем более, что я видеозапись все удалил. Как бы было бы намного лучше. Ну, короче, в конечном итоге вот так. Теперь будет выходить просто стримы в форме видео, а не трансляции, поэтому, ну, сори. Общаться, короче, не сможем. Согласен. Поэтому, его не касается. Короче, послушай, все проходим по графику. Мы оба знаем, что за мной должок. Если ты отправишься под пули в очередную дыру, он станет еще больше. Будем играть я что-то как-то, ну не знаю. Конечно, если есть какие-то вопросы, пишите в комментах. Как-то в Facebook заходите, пишите там в группе, потому что, ну не знаю, по крайней мере пока что сейчас другого какого-то способа общения, к сожалению, нету. Поэтому... Ну вот так, короче. Ну не знаю, я, конечно, пожаловался, написал, что как бы, ну типа, могли бы хотя бы предупредить там, типа такого, зачем сразу блокировать, то есть непонятно. 5, 10, многовато. Ясно, что Меринов не собирается. Ну не знаю, пока что ничего не ответили, как бы, написал то, что я все поудалял. Типа, в будущем постараюсь такого не делать, но пока что никакого фидбэка я от них не получил, так что... Короче, посмотрим. Ладно. Это вот такая вот новость, почему сейчас не будет стрима. То есть на сегодня он на 19.00 должен был быть запланированным. Так что, ну ладно, короче. У нас снайпер, поэтому бегаем тут. Я уже и забыл, как там что... Ага, есть. Так, я так понял, мне можно пролезть дальше, где-то тут лечь. Нет, нельзя. Стоп, а как я делал? Короче, я так понял, все-таки отсюда придется валить. Наверное, даже сначала с вот этого начнем. Есть. Минус раз. Так, тут эти вдвоем. Этот далеко. Так, надо их как-то так убить, чтобы было без палева. Смотри, наверное, с вот этого. А, дыхание задержать. Ой-ой-ой, как же все плохо. Ну ничего, значит убьем так. И он даже меня не выстрелил? Серьезно? Так, тут есть аптека. Ее надо, конечно же, взять. Максимум аптечек.
Все, подлечились чуть-чуть. Так, все, побежали. Блин, забыл то, что надо тут, короче, задерживать дыхание, чтобы нормально стрельнуть. Так, перезаряжаемся. Короче, я расстроен. Я вчера был очень сильно из-за этого расстроен, потому что, ну, я даже не думал, что такая фигня, скажем так, случится. Если бы я знал, что такое будет, нафиг мне эта трансляция, я бы просто бокс посмотрел, записал ее и потом бы выложил. В принципе, как я и в конечном итоге сделал. Я, скажем так, и не подозревал, что такие будут последствия. Ну ничего, придется ждать. Скажем так, как не одна проблема, так другая. Так, надо зачищать район. Снова-таки надо начинать с каких-то верхних. Так, как бы его так... Есть. Минус раз. А стоп, я его и убивал. А этого? Минус два. Минус три. Минус четыре. Минус 5. И этот один остался. Ух ты! Жопошник. Последний. Хедшот. Окей, вроде все норм. Никого больше нету. Перезарядились. Погнали дальше. В принципе, как-то... Вроде и сложность такую средненькую поставил, но я бы не сказал, что эта игра прям тяжелая. Как-то нету такого ощущения. Притом абсолютно. Опа. Сзади едет какая-то машинка. Так, аптека нам не нужна. Я одного не понимаю, где мой наперник делся. А и правда, где мой напарник делся? Я что-то не понял. Вдвоем же бежали. Так, Гвинт укрыл. Надо переждать. Ха, на миникарте винт не крутится. Нормально чувак летит. Так, в принципе, да, можно проползти этот кусок. Да, тем более вертушка улетела. Так, есть цель. Пока. Так, вражина пожаловала. Оу, не перезарядился еще. Так, короче, чувак явно присел, придется его все-таки идти валить.
Так, отсюда вроде его видно. Сейчас чекну. Не, не видно. Пока что не видно, придется подползти поближе. Блин, как плохо они текстуры прорисовали. Вот у меня игра на максималке полностью. А оно как-то такое себе, эта травичка. Может его по инвизу получится убить, а? Сейчас сползу сюда вниз, подойду к нему сзади. Да и завалю. По сути, почему бы и нет. Он куда-то побежал. Не получится. Что? Я... Пуля пролетела сквозь него. Это... Стоп, что за бред? А, стоп, это же мой. Блин, туплю, короче. Я-то думаю, в чем прикол? Ну, пошли. Ага. Понял. Вижу цель. Где он? Только что был. А, есть. Ого, далековато, конечно. На. Есть. Так, в другой башне тоже. Чирик. Ух ты, красиво. Красиво, красиво. Ау. Оп. Так, сейчас надо спрятаться, потому что он меня попалил. Сейчас присяду, отлезу и его чекну. Мне его надо видеть. Понял. Ага, вот кружок появился. На. Так, надо использовать аптечку. Там сзади была аптека, но в принципе пока что больше не нужна. Так, надо этих поснимать тихонько. А куда он побежал? Я как бы все понимаю, но нет. Так, можно того убить, который третий там ходит. Вот он идет. И убиваем этого. Собственно, чтобы не мешкать, не бегать, вот это. Перебить их, да и все. Тем более, что даже не попалили. Ух ты, красивая статуя. Опача. Может, этих по инвизу можно будет убить. Какой-то там бой. В принципе, может подползти к ним. Ух ты, а там дерево. Попал в дерево. Есть, так, тут припасов нету. Нету, побежали дальше. Да, как-то хочется ее... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Как-то хочется добить эту игру побыстрее. Да ладно, ты не увидел, а не увидел. Скидыщ.
Зря обмотался. Так, ну давай быстрее убегай. Так, там внизу. Ага, это доски. Я смотрю красный цвет, думал, что это у нас аптечка. Ох-ох-ох. Вот это их там. Понял. Спасибо за подсказочку. Так. Перезаряжаемся быстро, потому что их сейчас... Ай, попалили. Блин, а где прицел? Так, сейчас надо, чтобы они успокоились. Где этот черик мой? Стрелять-то будешь? Че ты там сел, жопошник? Меня тут коцает, а он там сел. Так, сейчас постараемся потихоньку как-то. А, он даже стреляет. Ничего себе. Так, думаю, надо лечь и потихоньку их как-то аннигилировать. Это было больно. Так, второй есть, еще один остался. Он убегает сюда. Садил, конечно. Нормально. Так, все. Тропинку расчистили. Побежунькали. Не, ну вот эти статуи. Как же это красиво. Лара Крофт. Ну, ого, ее еще надо открывать, серьезно? Ничего, что она уже открыта. Да, вот эти статуи, прям как в игрушке Лара Крофт. Вот прям, уф, как это нравится. Так, где второй? Понял. Он же второго должен по логике был убить. Он так и сделал, молодец. Хотя как он его убил, наверное, пока тут бежал, не столь важно. Так, в итоге у нас осталось 34 пульки. Надо постараться все-таки добежать до контрольной точки. Вернее, закончить миссию. Так. Мейден превьюшка. Говорит Орел-1. Сектор 3 чист. Пока ничего необычного. Орел-1. Слушай внимательно. От того, как ты сейчас себя поведешь, будет зависеть твоя жизнь. Понял меня? Пошел к черту, американский свинья! И уже мертвец! Как грубо. Такой предсказуемый ответ. Заключаться сделка. Я не знаю. Ну как хочешь. Стой, не стреляй. Я лишь знаю, что попасть туда можно только на лодке. Опять не договаривайся. Пожалуйста, я больше ничего не знаю. Клянусь, своими детьми клянусь. Yes, отправляйся искать лодку. У меня нету детей. Лодка не заговорит. Идет, только заткни ему пасть, чтобы не орал. Ладно, ладно. Не так уж много мне и платят. Жизнь дороже. Вам нужен заброшенный монастырь. Туда можно добраться по реке, только сначала придется пройти через пещеры. Это все, что я знаю, клянусь. Ну вот и молодец. А теперь спокойной ночи. Ну, как-то такое. Я бы не сказал, что была тяжелая миссия. Просто пробежался и всех убил. Так, акт 3. Горящие мосты. Дислокация Тибет. 6:00 по местному времени. Настоящее время. Окей, побежали.
мне нравится в начале третьей части. Юниформ, вы все слышали? Ну, в смысле снайпера третьей части. Такой начинаешь игру, и там такой Донецк, Украина. И ты бегаешь, а там разные такие строения какие-то непонятные. И ты такой, что? Или там горы какие-то, огромные скалы. И ты такой, что? В Донецке есть такое? Серьезно? Как-то так. Он что-то задумал. Тихо. Не шуми, алло. Спасение утопающих? Заткнись. Дело самих утопающих. Че, по воде будем плыть? Незаметно верните свое оружие. Нормально. Как тут пройти? Тут не открывается. А, эта тряпочка проходится. Жесть, как тут темно, ни черта не видно. Ой. Так, у меня, если что, 15 пулек. Это абсолютно не радует, но хоть что-то. На безрыбье и рак рыба. Так, я думаю, я смогу тут аккуратненько пройти. Капец, ничего не видно. О, хоть что-то видно. Снова ничего не видно. Так, осталось 50 метров. Так, эти три жорика пошли. Ой, они сейчас сюда выйдут. Ай-яй-яй. Капец, да как же тут бежать, если ничего не видно? О, тут есть патроны. Ну ничего, будем отстреливать. Так, о, 40 пулек. 40 пулек это уже что-то. Сейчас выбегает жопошник и моего клоц. Так, надо запомнить. Тут выстрел убивает сразу. Только по ногам она идет как. Не сразу. Есть. Аптечечку. Ну идите как-то сюда, я не знаю, я как-то не особо хочу вылазить на вас. В принципе, они сейчас успокоятся и может все будет нормально. Но это тоже без пулика. Блин, главное превьюшку не посмотрел, почему наше оружие там. Вот чисто интересно, почему оно не с нами. Ладно. Так, а ну постараюсь вылезти. Заметит или нет? Серьезно, ты пригнулся? Попробуй с такого расстояния попасть-то. У меня такое ощущение, что оно туда не долетает. Как по мне, так тут и снайперки не надо. Ну вот и все, минус 3 кило, нормально. Ну и... Так, отсюда не видно вообще никого.
Вроде как. Не, ну правда не видно. Так, 19 пулек осталось. Они все сагрились на меня. Поэтому надо будет сейчас очень аккуратно. Так, тот за деревом. Попаду или нет? Попал. Минус один. Есть. Перезарядка. Минус один. Как... Ну, пролазь. И минус один. Так. Пока что все very good. Ой. И совсем не сложно, я бы сказал. Так, я отсюда этих жопочников, по сути, ну как, вижу, но... Такое. Лучше, наверное, пробежаться уже туда. Ну, тем более, что они меня уже не видят. Ну как? Не видят, это такой спорный вопрос. Блин, вот это патроны валяются, вообще не видно. Вроде как бы и гамма все настроено круто. Так. Но-но-но. Ой. Где этот Шурик? Где-то передо мной, но я его не вижу. Пока. Это вообще какой-то раненый он или что? Короче, нет времени рассматривать Гаврика. Нормально я их. Так, патронки есть. Оу. Стопэ. Вот это плохо, что они бегут в мою сторону. Ладно, будем их тут убивать. В принципе, встречать есть чем. На. Минус раз. Так, осталось двое. Это очень-очень хорошо. Так, побежали они. Минус два. И минус раз. Блин, не видно его вообще. В рутью попал. Ай-яй-яй. Ребятки, а стволик ваш нельзя взять? Вот почему, когда просто бегаешь, там можно взять иногда ствол. А вот когда он нужен... А когда он нужен, она не берется. Так, ну я сейчас тут умираю. Притом очень умираю. Опа. Минус раз. Ну стой, я ж тебя не вижу. Есть. Так. Все, ой. Главное не упасть.
Пока что все круто. За исключением того, что у меня очень мало осталось пулек. Ой, не так даже пулек, как хпшек. Блин, тут нигде нету. Ну бери. Не хочет, жопошник. Нигде ничего нету. О, нашел. Секрет нашел. Ух ты, кучу водки. Водку брать можно? А, был бы это прямой эфир, Сашу не бы расстроился. Нельзя бухать. Что это за игра, в которой нельзя бухать? Это как? Опа. Ау. В принципе, да. Надеюсь, я не с самого начала буду начинать. О, так слышь, я ж тут и... Ну, вылазь. Раз прибежал архаровец-то. Еще. Не хочешь выйти? Тогда не надо. Я тебя и так достану. Пульку зря потратил. Пятки сверкают. Так, ну мне надо пульки. Так, я могу вот тут пролезть по логике. Нет, не могу. Ну и ладно. Главное, чтобы их тут сейчас целая кодла не стояла. То, что это будет крайне неприятно. Оп, есть чирик. Зря столько пулечек потратил. Лучше бы мне отдал. Мне их очень мало. Так, полтора магазина, в принципе, осталось. О, ну да, автоматик. Игра. Зачем ты так? Так, сохраняшку прошли. О, наконец-то. Есть тут и пулечки, и снайперочка моя. И аптека, все есть, ожонь. Буковка Ф означает взять. Так, больше ничего нельзя взять. Ладно, побежали. Не сюда. А, тут надо кого-то убить. Че, фонарь убить? Устраните прожектор его операторов. Да изи, брат. Надо лечь, наверное. Прожектор минус. А где его операторы? Ой, нету операторов. Так. Ицнихт, ицнихт. Нету ни черта. Побежали. Что? А, сюда мне надо типа бежать. Оу. Че, если я его вольну этим? А нет, даже можно так по инвизу убить. Пока, брат.
Я и не знал, что надо в сторону лезть. Оу. Так, тут целый целый вагон. Так, сейчас идем быстренько, берем, лечимся, берем аптеку, патрочки. Ой, есть. А если я, о, тут можно лечь. Очень и очень хорошо. Так, ну как по мне, их тут аж прям очень много. На. One минус. А, уж что я сделал. Тут можно двоих, наверное, убить. Да. Крутяк. Мы с Тамарой ходим парой, это про них. Так, этого жопочника не видно. На этих троих. Как убить этих троих? Они ж по-любому. А, вот, ездит вдалеке цель. Колокол сбить. А, это типа я отвлек внимание этого. На. Прям в легкое. Так. Осталось этих троих убить. Они не хотят как-то более агрессивно пообщаться, чтобы они стали в линию. Хотя бы двое. Ну ладно. Этого придется так убивать. До последнего не мог понять, откуда оно выбежит. Тут что-то есть? Что-то да есть. Жесть, я не покидаю район. Я и не думал его покидать, брат. Я хотел чекнуть что-то там. О, еще одну статуэтку нашел. Хых-хых. А что тут, стволов нету? И пулечек нету, ни черта нету. Так, мне надо сюда как-то добраться. Собственно, тут пулечек тоже нету. Так, все, побежали за своим напёрником. О. Это что такое было? С4? Ну, а пульки что нету? А, есть еще. Ну, это С4. По-любому. А-а-а, это я сейчас шо взрывать буду. Колонна-то зачем? Так, есть. Установили взрывчатку. Опа, подожди. Там можно что-то это. Вдруг там что-то есть. Ни черта, короче, нету. Бегу, бегу. Взрываем. Скидыш. Ой, проходик завалился. Нормально. Нормально пока идет. Ау. Там сзади жопа происходит. Все рушится, все валится. Как говорится, ломать не строить, побежали быстрее. О, эти тоже жопочники бегут. Подождите нас, враги! Я понял. Здание их не пожалело. Блин, а нельзя было подальше отойти с тем детонатором и потом его бахнуть?
это же нелогично. Ой, эти ступеньки. Блин, музыка как будто сейчас кто-то родить должен. Все ж нормально. Беги. Некогда стоять. Так, есть. Прибежали куда-то. Нормально. Не, ну как-то миссию проходить за 5 минут на средней сложности, как по мне, это для игры очень слабо. Так, акт 3. Плохая карма. Дислокация Тибет. 11:00 по местному времени, настоящее время. А, ну это получается, мы то прошли. Прошло, считай, 4-5 часов. Так, побежали дальше. Че у него сорта пылюка? Улетала. Ай-яй, спотыкнулся. Ну вот и все. Люди там строили кирпичами, топорами работали, вырубывали там все кирками. А тут на тебе, пришел такой снайпер и все. Все поломал. Оп. Меня нету. Так, тут придется ложиться. А ну. Пропусти меня, жопастый, прозрачный. Прозрачная жопа. Жопа насквозь. Скидыщ. На. Но не в башню, я думал, в башню улетит. Так, сразу перезарядимся. О, кстати, хорошо, на снайперка 40 пулек. Ожонь. Опа. Ножики. Сейчас будем кого-то резать. Зарежу. Ты так понял, они сюда идут. Да. Целую, люблю, бывайте. Так, еще минус 2. Не получилось. Слабенький удар. Помню, мы с ребятами как-то раз, когда еще учился у Пача, получается, рядом была общага. Ну, такое старое. И нам сказали там, что делать. Короче, надо было двери поснимать такое. Повыносить их. Там разные шкафы повыносить. И мне же вот это давай, там и тоже там куча дверей, давай их ногами ломать. Они еще с фанеры такие жесткие, ну короче, это было жестко. Но немножко ломали. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Ау, не успел перезарядиться. Есть. Минус 2, где третий? Привет! Мой свет. Так, еще где-то есть. Оп. Шнайпер, держи. Рот открой. Нет. Не захотел, ну и ладно. Сюда говоришь, окей, Сусанин. Сейчас заведешь меня. Чему они так быстро не бегают, как он? Вертушечка. А не заметила нас, отлично. Так, вижу пульки. Ой, вижу, да, там есть и пульки. Да бежишь ты, шо, уже вообще сдох. Легкие вообще никакие, курить меньше надо. Так, максимум аптечек. А, ну не надо, ну ладно. Так, снова зачистка, я так понял.
Ого. Народ, а ничего ж ты как бы... Ага. Так, то снайпер не хочет вылезти. Блин. Ого. Нормально. А где мой второй делся? Слышь, жопочник, он назад отошел. Почти полобойма у меня всадил. Народ, у нас с такими темпами на вас не хватит аптек. Чувак, ну убей его, он же тут бежит. Ну дурачье. Вот дурачье, ну чё не убить? Нет, развернулся, побежал обратно. Дебила кусок. И я еще не попал. Ой, жопочник. Так. Перезаряжаемся. Так, если что, тут можно за аптекой вернуться. Это надо запомнить. Еще что можно сделать? Ну, в принципе, там по-любому. Ага, надо их вот так убивать, когда они в порознь ходят. На. Во, а то я и правда тупанул. Во, совсем другое дело. Так, там трое, двоих могу убить сразу. Но этого я жопочника не вижу. На. Вдогоночку. И тебе на. Мне не жалко. Так, тадешнусь. Так, можно вот этих двоих убить, а этих уже поперебивать. Ух, красиво. Ух, красиво. Привет. Алаказай. Так, ну вылазь. Мне скучно тут сидеть. Сори, не заметил. Так, аптеку брать не надо. Кадешимся. И побежунька ли. Так, пулечки, пулечки. Так, есть максимум аптечек. Блин, и чё, когда нужны аптеки, их нету. А когда вот это не нужны, по сути... Ой. Так, мне надо, во-первых, лечь. Ага, еще выше надо, я понял. Ну, вставайте, кто первый встанет? Нет. Ха, лови. Ты тоже лови. Пулечка с насечечками. Ух, прямо в глаз. Беги, не стой. О, эти в обнимочку так и упали. Лол. Опа, пулечки. Отлично. 70 пулек. Вот это жир. Можно стрелять направо и налево. Хотя нет, так не надо. То ухудшится показатель. Выпущенных патронов и попаданий. А где эти два жорика? Ага. Фух. Как-то так. Не скажу, что прям потно, но... Опа, его можно по инвизу вальнуть. Жуп даю. Ау. Это было больно.
Маус раз. Так, и там еще Чирик с машины вышел. Так, я его абсолютно не вижу. О, не, убил. Не обязательно видеть, короче. Так, еще в машинку вольнуть. Есть. Минус машинка. Кадышимся. Ну, ты куда? Сусанин, веди. Пулицки? Нету пулицек. Ну и ладно. Так, быстро. Чё он присел? Кого ждем? Побежали. Ну давай, хочу лезть. Есть, побежунькали. Прикольный прикид у него, однако. Так, вижу открытый ящик, в котором есть пулечки. Максимум 77 патронов у меня. Так, пошла превьюшка, сейчас будем куда-то далеко, наверное, стрелять. Главное, чтобы не очень далеко. То, что могу промазать. Да вертушку бы сбил. Она бы упала и всех бы там взорвала. Было бы круто. Идеальная стратегия. Вертолет на земле. Кажись, сейчас их перебьют. Что за фигня? Снайпер Меринова. Кажется, нет. Кто там такое? Кажется, это Карл Мэддокс. Это что, его вот этот бывший напарник? Я так понял, это он. Да ладно, я сам в шоке. Я же его в предыдущем стриме убил. Как он может быть тут? Девената и годи. Ух ты, увидел отражение прицела. Ух, какой зрячий жопошник. Нормально. Подача пошла. Серьезно? Следи за тем, насколько бы шумно. Так, это вообще какая-то фигня. Я ж стрелял, в принципе, в этот гвинтокрыл. Так, это можно пропустить? Ай. Мимо. А что там за беленькие? Там еще какие-то наши. А, я должен попасть в этот. Или все-таки убить пилота? Есть. Не зря так долго целился. Пока. Чувак в очечках. Ну теперь этот точно не должен выжить. Да не, он выжил, по-любому. Он не мог так просто сдохнуть. Так, мы все проходим третий акт. Так, без недочетов. Дислокация. Так, это прошло, получается, еще куча времени. Ну что ж, побежали. Фризер, докладывайте, где, что там творится?
Это Мэддокс. Он жив. Это бред, агент. Возьмите себя в руки. Я сам поверить не могу, сэр, но это правда. Похоже, это с ним мы столкнулись в отеле на Филиппинах. Черт побери, косяков в этом деле выше крыши. Ладно. Судя по данным со спутника, тепловой сигнал Потанина находится на борту вертолета, который сел в 2 километрах к востоку от тебя. Необходимо задержать его, пока мы не подтянемся. А если Мэддокс попытается помешать... Короче, понятно, надо убить этого мудака. Учитывая особенности района, Мэддокс приготовит себе кучу удобных и защищенных позиций. Будь осторожен. Так, тут ничего нету, да? Можно бежать. Так, пулечек валом. Это радует. Чего он все время первый лезет? А я не могу. Жопочник. Я тоже так хочу. Что такое? Ха, перец сушеный. Ничего себе, навалили его там. Так, началось месиво. Сразу вижу, что двоих уже могу убить. Ой. Капец, да что такое? О. Лови фашиста гранату. Эй. Подожди меня. На закате дня. Так, ничего нигде нету. Ну и ладно. Так, еще какая-то превьюшка. Ты замечательно смотришься в моем прицеле. Скидыч. За мной не поднимайся. Понятно. Короче, я так понял, в этой миссии надо будет убить этого чувачка. Которого не видно. Хотя, блин, был бы нормальный прострел, я бы его сейчас поискал, может бы и чекнул. Если такой, он, наверное, с колокольни вот и стреляет. Так, отсюда не видно. Ну, прикольно было бы убить главного босса типа миссии в середине миссии, да? Нормально. В Тибете, короче. Так, ладно. Отсюда его не смогу высмотреть, так что придется лезть. Стреляет еще жопошник. Типа отсюда его видно? Молодец. У меня-то гранат нету. Хоть кто-то допер гранату взять с собой. Опа. Зря он так побежал туда. Так. Ну и все, погнали их чекать.
канистрочка. Куда сел? Хоть бы стрельнул для приличия. Ну вот и все. А ты боялся? Меня только немножко чекнули. 6 киллов есть. Так, побежали за нашим жопошником. Авось и вин. Что? О. Другой. Тут ничего нету. Что я так пробежал, думаю, вдруг там пулицки, а я их не заметил. Хотя у меня пули еще, вагон целый. Эх, старость не радость. Хех, фонаричек. Так, сюда? Я сюда не вылезу. Чё он мне сюда тыкнул? Блин, снова куча перца. Они что там в Тибете только перцами пытаются? Питаются, смотри, тут тоже еще мешок перца. Жесть. Ух ты! Неужели? В нем проснулась совесть. Нормально. Это уже начали по ему. По нему валить. Короче, он обратно переметнулся. Мешки с каким-то дерьмом. Ау. Блин, стабилизации никакой. Так, я понял. Да, когда стоишь, очень тяжело целиться. А сесть там было не вариант. Оп. Максимум аптечек. Чё? А меня убили? Ничего себе. А как это, с одной плюхи вальнули? Ну сейчас будет этот. Снова переигрывать этот весь сценарий. Ой. Держи позвоночник. Так, а где этот? Был. Так, сейчас надо аккуратно, там надо будет остановиться перед тем моментом, где меня только что убили. Как-то задыхать неохота. Так, если чё, кадешность, аптеку использую, возьму эту новую. Скидыш. Сейчас он меня уже не убьет. Что как-то было больно и не особо приятно. Так, есть. Куда-то да мы припал. О, чувак, пятки быстрее убирай. Вонючие. Оп,
Нельзя палиться. Куда ты побежал так? Слышу, его не палят, а меня палят. Это как? Так, тут надо ложиться. Перезаряжаемся. И сейчас в разнос их всех. Хотя тут лучше бы начинать с дальнего. Но на этого никто не смотрит, так что можно с него начинать делать. Что? А, то бочки. Чувак, да я стрельну. Ты не хочешь подвинуться? Чтобы я тут нормально стрельнул. Пока. Целую, люблю, бывайте. Так, пулик вагон. И это круто. Нормально. Не зря на тренировку снайпера используется столько ресурсов. Ух ты. А кто это меня почти добил? Так, ложимся. Ух ты, это что сейчас будет? А, я думал, он сейчас снайперку там достанет. Ого, какую здоровую вот эту. Эх, Барретт, типа. Так, тут, короче, людишек. То его хуча. Там два, тут два. Во, вот и Барретт, видишь? Все четенько. На. Так, где? Так, это минометная точка. Пока. Ну, вот тут уже пульки на стальные больше похожи. Все? Где он? Тю, блин. Вот это пока не выстрелит, хрен поймешь, где он. На, в пятку. В пяточку ему. Так, все. Это были элитные снайперы? Really? Ну, куда побежал? Короче, не успел его убить. На. Оу. Че, серьезно? Так он сейчас снова убежит. Нормально, сначала раз выстрелил, потом снова. Все, чувак, ты добегался. Теперь ты точно сдох. Все. Уничтожение Карлоса Мендеса завершено. Ну окей, что дальше? Рейзер 32, доложите обстановку. Обстановка полная задница. Принято. Хорошо сработал, капитан. Но все равно ты засранец. Взаимно. Нормальное общение с командиром. И что это было? Плохой выбор, ошибка. Больше я ее уже не повторю. Так. Кстати, тебя кто-нибудь дома ждет? Моя винтовка, мой лучший друг. Она моя жизнь. Нормальный ответ, но тупой. Дома должна ждать не винтовка, а самочка. Самое оно. Винтовка это такое.
превьюшка хоть была бы. Все. Нормально. Как-то вообще, ну такое, не знаю, игра, конечно, проходится на одном дыхании, но как по мне, тут надо ее проходить и правда на самой высокой сложности, и... Ну, скучноватая как-то. Так, что такое? Да, вот это и вся игра. Ну... Если честно, как-то такое себе. Так. Ладно тогда, всем спасибо за просмотр. Вот такая вот была игрушка. Снайпер второй. В принципе, ну не знаю, я как-то ожидал побольше. Она проходится очень легко. На средней сложности. Ну прям действительно очень легко. Абсолютно не заморачиваясь. И вот, ну в первом стриме как-то вроде было повеселее. А сейчас как-то, ну такое. Вот такой вот получился у нас видеоролик на один часик. Я как-то думал, хватит еще на один стрим, но в итоге ничего не хватило. Так что вот так. Ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо и пока-пока.